3 человека погибли, 12 получили ранения в результате взрыва в пакистанском городе Пешавар. Среди жертв один ребенок. Теракт произошел на одной из центральных улиц. Власти предполагают, что главной целью боевиков был патруль пограничного военного формирования. Ответственность за нападение ни одна из группировок пока не взяла. Однако полицейские связывают инцидент с проведением контртеррористической операции в Северном Вазиристане. За время боевых действий правительственные войска уничтожили более 900 боевиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.